Я обосралась. Это я! Это я! Это я! Не сказать, что я довольно часто захожу в эту игру, но именно она подарила мне огромное количество воспоминаний, эмоций и познакомила меня с прекрасными людьми. Те, кто играют в Fortnite по сей день, знают то, что там недавно вышло обновление, где появились машины. И в этих машинах есть радио. Я не знаю, вообще кто-то либо это заметил. Наконец-то я могу вам об этом рассказать. Дело в том, что со мной связалось представительство Fortnite в очередной раз. И они мне предложили озвучить ведущего хип-хоп радио Fortnite. То есть стать голосом ведущего диджея. Прямо сейчас ты можешь зайти в игру, включить я радио, уже загрузила, и ты услышишь мой голос. Ребята, смайлики я уже загрузила. Я еще вчера их загрузила. У меня написано «Ожидается одобрение», блять. Угу. И сейчас я вам покажу, как это было. Я специально для этого летал в Москву, в профессиональную студию звукозаписи, озвучивал определенные реплики. И вот как это было. Бля, такой кайф. Я вот это мне показал. Ну, знаете, вот это интро, я обожаю влоги, когда так снимают. Бля, я просто могу залипнуть на влогах, и я хочу сама тоже что-то снимать, блядь. Мне, не знаю, что меня останавливает. Вообще, обожаю такое. Я настоящий диджей. Вы на волне хип-хоп радио Fortnite. С вами диджей Битбокс и самый лучший хип-хоп. Это Битбокс, ваш поставщик лучших. Это Битбокс. Ваш поставщик лучшей хип-хоп музыки. Ну да, я так видео назову. Хип-хоп радио Fortnite. Только лучшее и только для вас. Секс? Хип-хоп радио Fortnite. Только лучшее и только для вас. Хип-хоп радио Fortnite. Только лучшее и только для вас. Это Битбокс. И вы слушаете хип-хоп радио Fortnite. Вы самые лучшие. Эй, не переключайте радиостанцию, с вами диджей Битбокс. Новая звучит музыка, хайпо. Крутая музыка, все это есть на хип-хоп радио Fortnite. Самые мощные треки только у нас, на хип-хоп радио Fortnite. Треки, ритмы, музыка, называйте как хотите, для вас найдется все. Так, а это у нас получается секс или не секс? С вами Битбокс из... И что? Йоу, уши к динамикам, следующий трек будет мощным. Есть ли у меня будущее в озвучке? Да. Нет. Тут муха залетела. Сейчас будет. Мою футболку спиздил. И у Марка. Тут муха залетела. Сейчас будет что-то реально крутое. Прямо на хип-хоп радио Fortnite. Хип-хоп радио Fortnite. Хип-хоп радио Fortnite. Новая порция. Новая порция. Это что? Новая порция классной музыки. Ебала рать, слушай. Боже. Скажите ему завалиться. Следите за дорогой, ребятки, и слушайте хип-хоп радио Fortnite. Так, я справлюсь. Свежая, горячая музыка. Это хип-хоп радио Fortnite. Я тут чилю. Оставайтесь поп радио Fortnite. Мы еще только разогреваемся. Поп радио. Хорошо, я поставлю. Ура! СМР. Всем привет. Всем привет. Будет звуки рта. Бобра. Я не слышал финалки, как это должно звучать именно на радио. И сейчас вы увидите мою первую реакцию и реакцию Эвелона, Бустера и Олега Кофе на это. Олег, а какое у тебя зрение? Минус 5. Минус 10. Слепой. Я тебе говорю еще одно слово сейчас из твоего как думаешь, лица какое... вылетит. Да, я тебе просто реально по лицу дам сегодня. Ребята, привет!
мы будем слушать Илюшку! Илюшку в Фортнайте! Мне сказать, что там каждые 3-4 дрека меня включают конкретно. Так, ладно, я пошел, давайте. Это всякие перебивочки. Олег, ты такой смешной, боже, я твой подписчик, Олег! Так, ну смотрите. Куда? Ну мой скилл уровень игры. А он есть? Ты видел вообще, как ты в Фортнайт играешь, скажи мне? Кто, я? Да. Ну я как батя играю. Только. А что, тебе не нравится? Куплю 40%. Батя довольно еду. А как радио включить? О! Не знаю, вот. А, вот, все, следующая вот. Радиостанция. Партия Роял, радио Яндер. Битбокс! Пошел. Это мое, это мое. О, там, слышишь, там Juice WRLD играет. I still see shadows in my room. А его можно перевернуть? Мне еще отпиздят сейчас, да? Да пизде! Треки, фильмы, музыка. Называйте как хотите. Для вас найдется все. Илюха! Это я! Это я! Это я! Хорош, ебать! Илюх, ты так что в игре был, приколись! Для вас найдется все, ебать! Для вас найдется все! Ну это уровень, это круто. Это добрый я! Вечер, я сейчас вам включу все, что там есть. В эфире битбокс. У нас самая крутая музыка. Не переключайте радиостанцию. С вами диджей битбокс. Так диджей битбокс, ебать, что ты пиздишь? Ты, блядь, господи, блядь, ты такой пиздобол, говорю, что это ты озвучивал. Я пошел, давай. Марк, вообще, честно, если вы не знали. И нарцисс. Прям очень круто. Друзья, огромное спасибо вам за просмотр. Это прям реально для меня уровень. Я охренел. Огромное спасибо компании Epic Games за то, что дали мне Epic возможность Games. Озвучить персонажа. Epic Это Games. Что-то нереальное для меня. И также, друзья, не забывайте то, что у меня есть тег автор, если вы до сих пор играете в Fortnite и поддерживаете меня в магазине. Огромное вам спасибо. Вводите тег XLYT в магазине Fortnite. Не, ну это, подписывайтесь конечно, неплохо. На мой... неплохо.